утро, у нас на часах 7 часов утра, и это влог, который буду снимать целый день. Я возвращаюсь на просторы Ютуба. Немножечко с переездом сбился график, но мы исправляемся, и почаще буду выкладывать видео. Так что приятного просмотра. Знаете, где самые вкусные круассаны? Которое я ела, это в Тунисе. Потому что Тунис раньше был французской колонией, и, видимо, французы научили их готовить и пекать круассанчики. Вот, а я купила во Вкуслим. Прикольный магазин, мне нравится. Типа эко. Вот, и сейчас иду к вам на работу. Приехал мой муж, дорогой, любимый! И мы едем забирать запчасти для моей тачки. Да, кстати, мой муж мне подарил машину. Вот, и еще я вам хотела показать одну штуку. Осторожно, баба за рулем! Так что москвичи, знаете, бешеная Тойота. Это я за рулем еду. Да, Ром? Да. Ром теперь будет спать, а я буду на работу ездить. Вот такие дела. Ну, запчастей сколько? На 5000, да? 5000? А, на 11? 5 аванс был. Вот что мне удалось найти. Еще за ремонт. Вот такие дела. Что за развалюху ты мне подарил? Классная тачка, потом увидите. Моя малышка. Вот, ребята, смотрите. Я купила себе запчасти на машину. Я молодец. Муж тоже молодец. А еще мы взяли штуку для того, чтобы телефон крепить. И вонюч. Потому что запах не очень. Ром, еще полную химчистку, да, сделать? Знаете, то чувство, когда ты сделал... Чувствуешь себя человеком, и как будто, не знаю, у тебя 10 килограмм кожи отвалилось, и не очень классно. Вот, так что за сегодня такие дела. Еще в магазин нужно сходить и приготовить ужин. И, кстати, очень удобно, когда твой мастер живет на втором этаже, а ты на девятом. Просто спустился в домашний и сделал. Мы с Ромой заехали поесть бургеры в Рубин Бургер. Да, сейчас друга, будем, да? Пробовать, оценивать и рекомендовать вам. Твоего друга? Да. Знакомого с дачи. Так что, жидкое золото с нами.